Нет, я просто, нет, я не то, что ты конкретно сделал, я просто потому, что если вдруг у тебя какие-то мысли там, что-то там, переживаешь, про что-то, либо выскажи, либо найди себе задачу построить. Брусья, ты хочешь пальцами открутить? Может, у тебя уровень такой пальцев, что ты уже готов открутить золотые пальцы, но все нормально. Рина, нормально все? Ренат, точно? Потому что она же присогнула тебя. Да, давай вам лучше помоги тебя. Тут больше нет. Смотрите, смотрите, где-то еще есть, конечно. Ровно-ровно складывайте, парни, а не потом нам разбирать, ровно складывайте. Вот эту кучку, что вы набросали сейчас, сложите, пожалуйста, ровненько. Помогите, да. Помогите, помогите, не ложите пока. Вот видите, листы вылезают. Ровненько сложите. Вам надо... Не-не-не, куда ты пошел? Помоги, блядь. Молодец. Стоило только на волшебное слово на три буквы, на пять букв. И сразу понимание. Двое отходят, двое помогали. Так, прямо это смотри, как делать. Надо делать все? Да, 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 молодец, еще в сторону. Двое, да, двое равнее. Раз, шлёп, шлёп. Во, видите, как все? Ничего себе не хочет. Давайте, продолжаем. Вот еще вот это, может быть, еще даже. В принципе, даже эти можно будет достать. Вот эти раз, два, точно два. Но аккуратнее ноги. Помогайте друг другу, парни. Поднимают эту, один вытаскивает. Раз, два, три. Красавчик, пальцы! Молодцы! Все, это убираем. Пока не надо, пока вот здесь нам нужен зазор. Вот это под парень. Стряхнули, убрали. Помоги, Ренатик, помогите, пожалуйста. Так, теперь. Обувайтесь. А, это да, это квадратик относите. Сейчас пойдем за кофе. И за вечерами, денежками. Давай, давай, крутите все аккуратно. Сам, спасибо. Вот они, носки даже грязные за несколько лет. Аккуратно, молодец. Все, взяли, отходи. Потому что народу было очень много, и мы у нас как раз момент соревнований были. То есть, какая-то была. Надо было ее разбирать, собирать.
было, тренировка проходит, мы дальше продолжаем делать. То есть очень тяжело. Ну и ребята, бывает, кто пришел, кто-то здесь ударился, кому-то на ногу прислан, там вообще, то есть трандец. Саратова ребят приезжали, не за один раз, например, много приехало, а несколько раз, ну, помалу. Так, пойдемте, давайте обувайтесь. Пойдем сейчас. А вот это же тоже можно, да, вытащить? Конечно.